АллатРь словно вернулся в 2010 год. Помимо жары и духоты, в городе еще и дымно. Половина свалки тлеет. Выяснением причин занялась прокуратура. Вот уже 5 дней жители АллатРя дышат гарью и дымом. 25 июня загорелся полигон твердых бытовых отходов. В администрации города сообщили, всему виной аномальная жара. Местные жители бьют тревогу. Открываем окна на ночь, чтобы вдохнуть свежий воздух, а в итоге задыхаемся запахом свалки. Это нормально? Кто там главный? Вы живете не в АллатРе? У нас ведь дети, такая жара стоит, а ночью дымом дышим. О чем вы думаете? О людях? Ни двери, ни окна нельзя открывать. Кругом дым, прямо и как снаряды взрываются эти, банки взрываются. Ну, я говорю, как 41-й год. И вот такие пироги. Головные боли. А у меня вообще давление 200 скачет. Пожар локализовали, место возгорания засыпали землей. Их продолжают отсыпать грунтом, но горение продолжается, и в воздух поступает большое количество вредных химических веществ. Выявлено нарушение технологического процесса, а именно надлежащая работа по уплотнению и промежуточной изоляции отходов грунтом не осуществлялась. Отходы не разравнивались и не измельчались. Отсутствовало достаточное количество грунта, необходимого для уплотнения и промежуточной изоляции твердых бытовых отходов. Собственник полигона – компания «Чистый город». Против нее возбудили административное дело. Директора обязали устранить нарушения.